Женские особи инопланетян. На других планетах, как и на Земле, среди разумных существ есть разделение полов. Принцип развития эволюции, если не одинаков, то идентичен почти на всех планетах. Как же выглядят и каким характером обладают представительницы женского пола? Они в какой-то мере подобны земным женщинам. А многие являются генетическим продуктом, смесью земных женщин и инопланетян. Они могут интегрироваться в мир земной жизни, маскируя свою настоящую внешность и свои сверхспособности. Могут также воспользоваться наивностью землян для достижения своих корыстных и эгоистических целей. Манипулировать людьми, заниматься шпионской деятельностью в пользу зловредных инопланетян. Особенно опасны женщины-рептилоиды. Неся в себе гены древних рептилий, они хорошо замаскированы, хитрые и коварны.